программа продолжится танцем отечественной бальной программы. Это фигурный вальс. Этот вальс часто включают на балах. Его очень легко изучить. И сегодня мы будем проводить краткий курс о том, как же научиться начать танцевать. То есть мы будем рассказывать о тех школах, которые есть в Санкт-Петербурге. Вы можете выбрать направление, которое вас интересует, что вы хотите в танце. Спорт это будет или это посещение мероприятий различных. Для себя вы сможете это выбрать в течение нашего вечера. Ну, а теперь приглашаем друг друга на фигурный вальс. Пожалуйста, пары, которые знают этот танец, выходим в центр круга. Спасибо за фигурный вальс.